Как государственные услуги изменили систему взаимоотношений водителей и госавтоинспекций? Что нужно сделать, чтобы быстро и комфортно оформить документы на новый автомобиль? Как быстро восстановить водительские документы после утери? На все эти вопросы в эфире программы «Город С» ответит заместитель начальника РЭО ГИБДД УМВД России по городу Самаре майор полиции Алексей Соколенко. Смотрите программу 17 февраля в 18:15.